У вещей нет прав. У людей есть. Например, у нас есть право на образование, на свободное выражение мнений, на защиту от насилия. Эти права прописаны в международных договорах. Государства подписывают эти договоры от лица своего народа. Существует 10 основных договоров, защищающих права людей. Некоторые из них посвящены правам детей, женщин, инвалидов и трудящихся мигрантов. Подписав эти договоры, ваше государство обещает соблюдать данные права. Но государства не всегда выполняют свои обещания. А людям бывает сложно проверить действия своего правительства. Поэтому за соблюдением каждого договора наблюдает группа независимых экспертов со всего мира. Эти эксперты работают вместе в рамках комитетов, которые называются договорными органами ООН по правам человека. Эксперты получают информацию из многих источников. Конечно, от самих государств, но также и от организаций гражданского общества и частных лиц. Затем представители договорных органов подробно расспрашивают правительство о соблюдении ими прав человека. После этого они сообщают о своих выводах и дают рекомендации для дальнейших действий. Эти органы также рассматривают случаи, когда отдельные лица становятся жертвами несправедливости. Рекомендации договорных органов публикуются на веб-сайте Управления ООН по правам человека и в социальных СМИ. Если они рассмотрели ситуацию в вашей стране, вы можете использовать эти рекомендации, чтобы призвать государство принять меры. Вы имеете право требовать соблюдения своих прав. Используйте для этого результаты обзора договорных органов. На этом сайте вы можете следить за ходом сессии, на которой договорные органы расспрашивают правительство о соблюдении ваших прав. Призовите правительство к ответу. Добейтесь, чтобы оно выполняло свою работу.